Дикие скричеры. Курортники. Что? Неужели такое место и правда существует? Вот это интересно. Я знал, что магия существует. Это газетная утка. Думаю, это неправда, но взглянуть стоит. Дикие скричеры! Вперед! Да! Отлично! Дикие скричеры! Я сейчас, Ратука. Отлично. Готов? Кувырок. Трансформация. Ратука. Кувырок. Трансформация. Тиранозавр. Ура! Получилось! Да! Мы поймали все три диска из метателя дисков всего за три попытки. Новый рекорд! Отлично! Если так и дальше пойдет, мы победим! Да, но тренировки бросать никак нельзя. А? Да! Тебе вот надо поработать над точностью броска. А пирозавр часто отвлекается во время битвы. Он отвлекается на твою прическу. На сегодня все. Ты молодец, Рэтлкэт. Я страшно устал. Да. Я сегодня тренировал бросок где-то 1000 раз. Оксандру этого мало. Ты согласен, пирозавр? Нет, бросай ты получше, мне не пришлось бы столько ездить. Ребята, поймите, если мы хотим стать первоклассными гонщиками, отлынивать нельзя. Что? Ксандр, нам надо отдохнуть, мы устали. Я знаю, но тебе нужно привыкнуть работать с пирозавром. Вы же только познакомились. Это не важно. Мы с пирозавром и так отличная команда. Мы на высоте и отлично играем. Я прав, дружище? Видите, мы во всем согласны. Может, займемся чем-нибудь кроме тренировок, Ксандер? Может, ты раз в жизни закончишь свою домашку? Тренировки, домашка! Разве нельзя хоть раз повеселиться? Ладно, но мы должны быть готовы к суперскричер-чемпионату. Ну же, Ксандер, расслабься. Серьезно, мы только и делаем, что соревнуемся, надо отдохнуть. Да, тренироваться важно, но не за счет своего здоровья. Ну, может, вы и правы. Ладно. Да! Ну, чем мы сегодня займемся? Я даже не знаю, а ты что предлагаешь? Я знаю. Помнишь тот парк, про который говорили в новостях? Отличная мысль, пойдем туда. Круто! Не понимаю, о чем вы говорите, но я с вами. Ха-ха, да, наверняка будет здорово. Вы же только что были невероятно усталыми. Это и есть тот парк? Насколько я знаю, говорят, здесь очень интересно. Ничего интересного не вижу. Я вижу очень много-много леса. Может, все это в лесу? Давайте поищем. Ну, как скажешь. Не входить. Здесь очень скучно. Скорее, странно. А? Что такое? Мне кажется, там что-то в кустах. Может, почудилось. Передохну-ка я на этом удобном камушке. Я тоже.
Ну что же, думаю, что пришла пора всем нам немного перекусить. Это... Сэндвичи из кафе воздушной арены. Я знаю, как Ринго любит поесть, так что я решил взять парочку. Это ты молодец, Ноа. А теперь давайте поедим. Да, можете приступать. Давайте уже поедим. Не так быстро. Что? Почему? Тебе нельзя, Спаркбак, потому что ты нам ничего не оставишь. Клевета! Да ладно вам, давайте их разделим. Да! Они что здесь делают? Мисс Энн, полагаю, они раскрыли тайну этого места. Должно быть. Здесь надо действовать осторожно. Это значит, что я избавлюсь от них с помощью розовой пены. Это мне. Спасибо. Помогите! Им не получить то, что принадлежит мне! Мисс Эн, прошу вас потише. Это просто какая-то кошка. Что? Что они здесь делают? А? Тогда... На Ноа напала не только я знаю об этом месте. Но это не важно. Тот, кто встанет на моем пути, почувствует силу удара богомола. Удар богомола по поверхности стекла. Что это за звук? Просто кошмар! Что это было? Так в этом парке... Еще и собаки есть. Мяу, мяу, мяу. Здесь что, питомцев выгуливают? Как малявки нашли это место? Задачка будет непростая. Влад, мы справимся. Хватит болтать. Они пусть прохлаждаются, а мы выступаем. Что теперь? Как тут много животных. Да уж. Кажется, этот голос мне знаком. Ну же, Влад! Притворись животным, скорее же! Перестань, что ты делаешь? Это не похоже на животное! Влад, ты нас сейчас всех выдашь! А, так это же просто слон! Ты уверен? Странный какой-то звук для зверя. Похоже, что Ксандр и его брат так наивны, что не узнают, что мы здесь, если мы притворимся животными. Понял, животные. Итак, какие у нас водятся звери? Я придумал. Мы будем пандами. Ты понял? Пандами. Мы панды, братец, панды. Смотри, это же те двое. Нео и Найджел. Знаете, это и к лучшему. Я не собирался притворяться зверинцем, чтобы вы нас не заметили. Конечно, Нео. Вы были совсем не похожи на панд. Ксандр, Ринго, Ноа и все остальные, кто прячется тут по кустам. Мы знаем, что вы здесь. Тайный источник будет нашим. А никогда не будет вашим! Я мастер скрытности. Откуда вы все взялись? Так здесь нет животных. Серьезно? Вы что, никого из них не заметили? Расскажите, что это за тайный источник? Я слышал, что в Скричер-парке есть тайное место, в котором заключена невероятная сила. И нашедший сможет ею воспользоваться. Так что, когда я обнаружу это место, стану самым умным Скричер-гонщиком во всей вселенной. Этого не будет! Вот когда это место найду я стану самой великой Скричер-гонщицей! Нет! Я
найду скрытую там технику и овладею ей! Но нет, мы найдем его первыми. Я правильно вас понял? Вы пытаетесь первыми найти тайное место, но не знаете, где оно и существует ли оно вообще, да? Да, в общем, ты прав. Кажется, это очень интересно. Ксандр, давай посмотрим, кто доберется туда первым. Да, точно! Давайте устроим гонку! Я ее выиграю. Думаешь, сможешь победить меня? Это отличная тренировка. Ну нет, победим мы. Это точно. Я и говорить вам ничего не буду. Вперед! Да! Согласно моим источникам, то, что мы ищем, находится на вершине этой горы. Ну что, на старт! Внимание! Дикие скричеры! Дикие скричеры! Дикие скричеры! Эй, это нечестно, обманщики! Они используют скричеров, так они победят! Наша очередь! Джейхок, ты готов? Угу, всегда готов! Дикие скричеры! Кувырок, трансформация, Джейхок! Кувырок, трансформация, Кувырок! Трансформация! Барба! Если лететь, доберемся быстрее! Отличная мысль! Мы победим! Вот именно! Нам никто не помешает! Какой наивный! Эй! Но! О нет! Ребята, помогите! Болотная ловушка! Нет! Джейхок! Это очень грубо! Риводактиль! Нет! Надо что-то делать! Судя по всему, вашим скричерам не выбраться из болотной ловушки Крокшока. Скажу с уверенностью, что никто из вас не победит. Вообще-то, ты это зря говоришь. Дикие скричеры! Нет, я забыл, что у него теперь два скричера. Я готов! Найджел! Мне кажется, или он очень противный? Не кажется. Эти летающие ребята думали, что обойдут нас. Зато теперь тайный источник будет нашим. Я слышала, что его волшебство дарит вечную молодость. Вы только представьте себе! Что? Я думал, волшебство источника дарит всем классные мускулы. О, нет! Почему ты остановился? Ха! Что такое, Monkey Ranch? Только не снова! О, какая красивая леди! Я влюблён! Люблю я больше бананов! Эй, мы так проиграем гонку! Стив, разберись со своим скричером! Не могу! Когда он влюблён, его просто не остановить! Это настоящая любовь! Я люблю тебя. Ты такая красивая. Теперь, когда о них можно не беспокоиться, я грациозно проследую к финишу, а затем я стану величайшей скричер-гонщицей в мире.
почти у цели. Что? Нет! Рэтлкэт очень быстрый! Не отставай, пирозавр! Конечно! Пусть первая победа осталась за ними, у нас еще есть шанс выиграть гонку. Ты прав, Нео. Вперед, Стингшир! Я за тобой, Влад! Быстрее, Найтвиллер! Скорее, мы должны победить! Не верится, что они меня догнали! Я избавлюсь от них с помощью моего секретного оружия! Мисс Энн, может, не стоит? Почему? Да ладно! Мы перелетим через них и легко выиграем! Мисс Энн, я не согласен. Мне будет стыдно проиграть гонку на скорость. Позвольте мне применить свою стратегию. Победа будет за нами. Ладно, тогда покажи им, на что способен. Как скажете. Пирозавр, спорим, на вершине горы куча дисков. Скричер-диски. Извините, простите. Что? Он быстрый. Как это? Что? Я точно выиграю гонку. Осталось недолго. Хотите соревноваться в скорости? Я не против. Вперед, Найтвижн! Ты победишь, Рэдлка! О, это тот источник? Еще чуть-чуть. Кто первый? Кто победил? Скажу вам честно, Найтвижн, ты обошел меня в последний момент, признаю. Отлично! Молодец, Найтвижн! Спасибо, мисс Энн и Рэтлкэт. Это потому, что у тебя морда длиннее. Рэтлкэт, ты молодец. Так это финиш? Да, это он. Это тайный источник волшебных сил. Ого! Симпатичная пещера. Ух ты, а здесь очень красиво. И она принадлежит мне, победителю гонки. Так что вам пора уходить. Не обязательно вести себя так грубо. Мы просто хотели посмотреть. Ты очень грубая девочка. Тебе стоит потренировать свои манеры. Хватит уже болтать, уходите. Говорят, что как только я окунусь в волшебный источник, все мои желания тут же исполнятся. Все, чего бы я ни захотела. Да, мисс Энн. Итак, я хочу стать величайшей скричер-гонщицей во всем мире и еще победить в супер-скричер-чемпионате. А еще я желаю, чтобы мастер Ронан без ума в меня влюбился. Но, мисс Энн, вы уверены, что заходить в этот источник безопасно? Что такое? Разум подсказывает мне, что что-то пошло не так. Ее ударило током? Ого! Я об этом слышал. Что? Я видел в скричер-новостях, что в скричер-парке обнаружили источник, проводящий электричество. Это опасно, поэтому парк пришлось закрыть. Подождите, хотите сказать, что этот источник лишь бьет людей током? Да, люди получают электрический шок, но для скричеров это очень полезно, поскольку они механические. То есть так говорили в новостях. Так мы зря старались? Раз это полезно для скричеров, отправим их искупаться. Хорошо. Какое потрясающее чувство. О, да. Вот бы каждый день так. Это так освежает. Потрясающе. Я будто заряжен энергией на весь день. Я чувствую, как мне становится лучше. Тамала, не хочешь попробовать? Нет, иначе меня ударит током. Им хорошо, я тоже так хочу. Ха-ха-ха! Хорошо, что эта гонка была не зря. Скоро стемнеет, пора домой. Я полон сил. Хотите, я отвезу вас домой на спине? Спасибо. Я думаю, что мы сможем еще раз навестить это место. Согласно моим родителям.
расчетам. Нас ударило электричество от Джей Хока. Электричество. Электричество – это больно. Ксандер, я не уверен, что хочу еще раз сюда приходить. Это точно. Дикие скричеры. Судьбоносная встреча. Леди и джентльмены, вы слушаете диджей-новости. Мы рады фанатам диких скричеров со всего мира. Сегодня у нас очень важные новости. Скоро начнутся матчи финала скричер-турнира. Вы готовы, дорогие зрители? Готовы? Я вас не слышу! А? После окончания матча и, соответственно, окончания турнира все гонщики первого и второго класса станут участниками скричер-чемпионата. Что касается новых гонщиков, когда вы пройдете турнир, вам будет присвоено звание гонщика второго класса, и вы тоже сможете принять участие в чемпионате. Матчи, которые позволят вам заполучить титул гонщика второго класса, пройдут завтра. Наконец-то! Ура! О, да! А теперь давайте ознакомимся со списком гонщиков, присоединившихся к нам. В самом верху нашего списка находится Ксандер и его брат Ринго. Встречайте! Смотри-ка, мы оба на первом месте. Не волнуйся, это ненадолго. Я тебя обойду и очень скоро. Это мы еще посмотрим. Я на последнем месте, хуже и быть не может. Гонщики, которые получат звание второго класса и возможность участвовать в чемпионате, будут объявлены завтра после последнего матча. Я на последнем месте, что же делать? Но! Что ты такой грустный, дружище? Что? Ничего, я не грустный. Мне пора. Пока! Я что-то не то сказал? Кто знает. Ну, куда это ты бежишь? Тот, кто на последнем месте, никогда не получит звание гонщика второго класса. Я должен что-то сделать. Завтра начнется финальный раунд турнира. Да, мое прекрасное лицо тоже в списке. Вы видели? Вы должны позаботиться о Ксандере и Ринго. Да, вас понял. Влад, на этот раз мы их одолеем. Точно. Это не обязательно. О чем это вы? Я многое разузнал о наших противниках. Вам нужно будет всего лишь следовать моим указаниям и завести их в готовую ловушку. Ну, а куда это мы идем? У нас тренировка с Ксандером и Ринго. Мы не пойдем. Я на последнем месте списка. Тренировка мне не поможет. Не знаю. Я не представляю, что же мне теперь делать. Что, если я не попаду на чемпионат? Может, мне лучше ехать домой? Ты правда думаешь, что нам здесь нечего делать? Я не знаю, но последнее место меня не устраивает. Мисс Энн, скричер-чемпионат начнется уже совсем скоро. Это мой шанс. Я обязательно окажусь на первом месте. Я так вами горжусь, мисс Энн. Кошмар.
слушайте, что там такое происходит? Там злой бездомный Скричер, который всем угрожает. И, похоже, ему нравится все блестящее. Недавно он похитил фонари, представляете? Он победил опытного гонщика. Он очень силен. А говорите, он бездомный Скричер? Так ты, Ноа, ты Скричер-гонщик! Я смотрел турнир по телевизору! У тебя же есть Скричер! Ты можешь его победить! Я? Это сильный Скричер! Ты же Скричер-гонщик! Ты сможешь! Да, это будет просто! Ну, видите ли, я не знаю, у меня есть дела! Помоги нам! К сожалению, будет здорово! Привет всем! Я рад вас видеть! Мы все собрались на финал турнира! Сегодняшний матч будет охотой за Скричер дисками усиления! Нашим гонщикам и их верным Скричерам предстоит разыскать диски, спрятанные на этой арене! Охота за дисками? Воздушная арена огромна! Как нам найти малюсенький диск? Нужно просто найти Скричер-диск, это будет легко! Не торопитесь, да! Вам нужно будет не просто найти Скричер-диск! Ваш диск могут похитить до того, как вы доберетесь до финиша! Когда гонщик найдет свой диск, его положение будет показано на карте! И этому гонщику нужно будет избегать атак других участников и защищать свой диск! О, это будет не так-то просто! Я знаю! Нужно остановить гонщика, который первым получит диск! Именно. Так и сделаем. Мало того, вместе с нашими новичками в гонке будет участвовать уважаемый гость. И это... Ронан! Кто осмелится выступить против Ронана, гонщика первого класса, а? Но он же не новичок! Ой, а где Но? Как странно. Его здесь нет. Какая разница? Одним противником меньше. Вот именно. Хорошие гонщики не опаздывают. Но где он? Говорят, что тот Скричер любит лес. Спасибо, что помогаешь нам, но... Да. Спасибо. Ну, хорошо. Бездомный Скричер — это не так уж и страшно. Ну что, все ли готовы? Дикие скричеры! Да! Дикие скричеры! Чача! Дикие скричеры! Мы справимся, Найт Вижн! Ясно. Найди диск, Гейт Крипер! В поисках диска! Давай бросать, Ксандер! Дикие скричеры! Дикие скричеры! Кто же сумеет первым найти свой диск усиления? Риза, где нам начать поиски? Лучше спроси Ксандера. Начнем с мест, которые мы знаем. Тогда давайте начнем с кафе. Я это место хорошо знаю. Там такие сэндвичи. Сейчас не время думать о еде. Это наш Ринго. Перестаньте, еда это классно. Они направляются в кафе, как я и планировал. Диск усиления, где же ты прячешься? Дикие скричеры! Кумеро! Трансформация! Скричи! Укус скорпиона! Откуда он тут взялся? Зачем вы это делаете? Ха-ха-ха!
Что ж, Спаркбак, похоже, что того скричера здесь нет. Мне это не нравится. Чуть не попался! Главное, не останавливаться! Стрелы! Кому нужно столько ловушек? Почему он за нами гонится? Мы ведь еще даже не нашли свои диски усиления! Разберемся с ними, Ксандр! Другого выхода нет! Дикие скричеры! Кувырок! Трансформация! Найтвивер! Мы окружены! Так нам не превратиться! Бежим туда! Дикие скричеры! Ковырок! Трансформация! Бункеры! Что происходит? Ксандр и Ринго окружены тремя серьезно настроенными скричерами! Постойте! Сигнал от камер перестает поступать! Боюсь, что-то пошло не так! Мастер Ронан, я перехватил сигнал. Все камеры, показывающие битву, были успешно отключены. Ха, на этот раз ничего не помешает. Ну все, я надеюсь, что на этом ловушки закончились. А там впереди пещера. Ого! Думаешь, тот скричер здесь, а? Это же... Он что, украл все эти диски? Как ты смеешь приближаться к моим дискам? Это ты бездомный скричер, о котором все говорят? Эти диски все, что у меня есть. Я не позволю тебе их украсть. Мы не собираемся воровать твои диски, честно? Спокойно, но он страшный, но может с ним можно договориться. Наверное, ему одиноко в этой пещере. Точно. Может, мне удастся убедить его стать моим напарником, и я стану сильнее. Уходи прочь. Постой. Я уйду, но я хочу попросить тебя о помощи. О помощи? Послушай, я всегда мечтал стать великим гонщиком и соревноваться на воздушной арене с лучшими из лучших. Но я оказался на последнем месте в турнире. Меня исключат. Я в этом уверен. Но я не откажусь от своей мечты. Присоединись к моей команде. Я стану сильней, а у тебя будет дом. Стать сильнее, да? Вот что для тебя важнее всего. Да, да! Что теперь? Вы посмотрите, кто меня навестил. Они уже сильно вымотались, как я и планировал. О чем это ты говоришь? Ты что, еще не понял? Вы с Ринго угодили в мою ловушку. Это ловушка? Именно. Я приказал этим болванам напасть на вас, чтобы вам пришлось убежать. Они привели вас прямо ко мне в руки. Что мы тебе сделали? Я отомщу. Вы осмелились провести меня в нашей битве. И заплатите за это! Начинайте просить меня о пощаде, и, может быть, я не уничтожу ваших драгоценных скричеров, как жалкий мусор. Нет, Рэтлкэт и Тирекер уже изрядно потрепаны. Если они попытаются вступить в бой... Ты что, шутишь?
Я никогда не сдамся такому, как он. Ксандер! Ни за что! Ха, неправильный выбор. Уничтожить их, дикие скричеры! Колорок, трансформация, найбай! Не сдавайтесь! Кто это? Покажись! Но! А теперь поздоровайтесь с пирозавром! Ты скричер-гонщик. Значит, у тебя есть скричер-диск усиления. Есть! Скричер-диски очень важны для меня. А в доме можно собрать еще больше скричер-дисков. У меня будут скричер-диски, а ты станешь сильнее. У каждого из нас будет то, чего он хочет. Что скажешь? Договорились! Ага. Ты не пожалеешь! Смотрите, что умеет делать мой новый напарник! Это просто потрясающе! Дикие скричеры! Ты знаешь, что делать, пирозавр! Кувырок! Трансформация! Пирозавр! Какой сильный скричер! Но где ты нашел этого скричера? Потом объясню! Пирозавр их всех обездвижил! И это ваш шанс контратаковать! А? Вперед, Рэтлкэт! Конечно! Дикие скричеры! Ну, поехали! Поворот! Трансформация! Рэтлкэт! Меня не одолеть! Не может быть. Замечательно. Ты победил, Ксандер. Мы сдаемся. Опять проиграли. Нет. А? Нечестно. Нечестно. В следующий раз устроим честную схватку. Какой же он ужасный. Где же диск усиления? Это диск мой! А? А? Да. Где же все-таки диск? О-о-о, мы вернулись! Мы снова в эфире, леди и джентльмены! Ну что ж, давайте посмотрим, как продвигается наш матч. И у нас есть победитель, гонщик, который нашел диск усиления! Вот этот диск, я нашел его по дороге сюда. Победитель нашего последнего матча турнира — это Ноа! Не знаю, что сказать. Спасибо всем, кто помогал мне, дикие скричеры. Ну что ж, а теперь я объявлю результаты нашего турнира. Следующие гонщики станут гонщиками второго класса. Ксандер, Ринго. Да. Мои тренировки дают о себе знать. Влад! Шамала! Стив! Так мы правда прошли? И, конечно же, но! Получилось! Постойте! Ты назвал всех гонщиков из списка! Вы все продемонстрировали нам много прекрасных битв! И это решение принял скричер-компьютер! Вы все очень талантливые гонщики! Поздравляю вас всех! Теперь я гонщик второго класса! Ха! Спасибо, пирозавр!
Вы все примете участие в чемпионате как гонщики второго класса. Я с нетерпением жду вашего выступления. Теперь нас ждет чемпионат. Отлично. Мой план идет, как и задумывалось. Дикие скричеры. Ковбой из Зефир-Сити. Леди и джентльмены, у меня для вас горячие новости о диких скричерах. А? Ксандр, горячие новости. Интересно, что такое? Итак, слушайте внимательно, потому что эта новость вас поразит. Скоро на воздушной арене будет проведен матч невероятной сложности. Мало того, в нем будет участвовать непобедимый король скричер гонок и никто иной, как Сейда! Ого, это Сейда! И это не все, друзья. Его противник такой же невероятный гонщик, как Сейда. Великолепный бивак с его скричером Вибоном. Ого, это бивак! Бей его, бивак! Ринго, ты что, болеешь за бивака? Да, не могу поверить, что ты болеешь за Сейду. Разве это плохо? Бивак нас тренировал. Мы обязаны его поддержать. О. Ого. Я всегда болею за Сейда. Он непобедим. Бивак точно не сможет выиграть. Не говори так о биваке. Но я правду говорю. Никогда не видел, чтобы Ксандр так злился. Он обычно очень спокойный. Не люблю я ссоры. Итак, леди и джентльмены, полагаю, прямо сейчас вы спорите о том, кто же победит, верно? Как ты думаешь, он нас сейчас видит? В любом случае, из сегодняшней битвы победителем выйдет только один. Два гонщика, крепкую связь которых нельзя отрицать. Не пропустите этот потрясающий матч! Какая еще связь? Ты разве не помнишь? Они тренировались вместе на той арене лавы. Здесь я тренировался вместе с Сейдой. Если вы будете тренироваться здесь, когда-нибудь станете чемпионами или первоклассными гонщиками. Конечно, я помню! Арена лавы? Ты был там вместе со мной! Ты уверен? Можешь спросить бивака, когда мы с ним увидимся. Ксандр, Ринго! Бивак! А вот и он. У меня есть к вам просьба. Можете сразиться со мной для тренировки? Давай, вперед, Вибон! Как скажешь, дружище! Дикие скричеры! Дикие скричеры! Кувырок! Трансформация! Кувырок! Трансформация! Джайхо! Ратлка! Вибон силен, но ему не победить в одиночку сразу четырех скричеров. Не зарекайся. Ты же знаешь, что я думаю о красном цвете. Держитесь! Что случилось? Не может быть! Даже я не справляюсь. Он слишком силен. Ого. О, оказалось, они побеждают. Молодец, Вибон. На сегодня хватит. Пошли. Как скажешь. Сейчас будет вам пошивка. Кому помочь? Да? Посмотри на меня. Именно. Идеальная поза. То, что надо. Вот так, замри. Отлично. А, вы бы видели, какие фотки я сделал во время битвы. Отличная тренировка и отличные фотографии. Спасибо, ребята, вы рулите. Бивак, спасибо, что позвал нас. Это было потрясающе.
Эй, Ксандр, в чем дело? Я, конечно, знал, что ты очень сильный противник, но... Но даже вчетвером на одного мы не сумели победить. Слушай, я должен признаться, в прошлый раз я поддавался. Что? Ух ты, ты такой хороший парень, Бивак! Ха-ха, перестань. Мы с вами отлично потренировались, и я очень жду моей схватки с Сейдой. Я его одолею. Ты правда думаешь, что победишь его? О? Ты только и делаешь, что атакуешь. Ксандер! Ха-ха-ха, именно. Я нападаю на противников, пока не побеждаю. Это всегда работало. Это не стратегия. Ты ничего не планируешь. Слушай, дам тебе один совет. Стратегия для победы не менее важна, чем сила. Верно. Думаю, тебе есть чему поучиться. Бивак лучше всех. Спасибо, ребят. Ну, знаете, мы с Сейдой очень похожи. Мы наступаем, пока не победим. Что-что? А о чем это ты? Расскажу вам мою историю. Я вырос на ферме. Уи-ха! Да! О, да! О, да! Никто не способен меня остановить! Бивак! О-о. Что я тебе говорил? О, больно же! Ладно, ладно, извини меня. Ты знаешь, что у нас есть работа. И эта работа — перегонять скот и пасти его. А не выпендриваться, как делаешь ты. Ты меня понял? Но я не хочу этого. Я хочу быть классным. Например, стать первоклассным скричер-гонщиком. Сражаться на воздушной арене. Эта жизнь не для нас. Ты здесь родился, и здесь ты проживешь всю жизнь, ухаживая за нашей фермой и семьей. Привет! Привет! Мой брат ошибался. Я хотел большего. Я хотел увидеть мир. И в ту бурную ночь я покинул дом. И несмотря на то, что я был один, я как никогда чувствовал себя живым. И я бежал, и бежал, и бежал. Я бежал все дальше и дальше. Бежал до тех пор, пока больше не мог бежать. И тогда я поплыл. Да, да, понятно, ты сильный и выносливый. Мы поняли, ты бегал, а что было дальше? И вскоре я добрался до Зефир-Сити. Я его приручу! Что это? У-ху! Ну, держись! О, а ты сильный, я погляжу. И ты тоже, дружище. Здорово! И после этого мы с Вибоном стали командой и начали сражаться в битвах. Ого, это так круто! Я ни о чем не жалею. Я следовал за сердцем и теперь живу своей жизнью. И это здорово! Ты точно победишь Сейду в завтрашнем матче! Конечно. Вот увидишь, Ринго, победа будет за мной. Да! Неужели он победит Сейда? Леди и джентльмены и фанаты диких скричеров! Вот-вот начнется сегодняшний матч легенд! Я вижу, что вы уже все готовы к битве. А теперь поприветствуем наших участников. С одной стороны, у нас могучий покоритель быков Бивак. Да.
Иха! И похоже, он не один. Бивак привел своих друзей, юных многообещающих гонщиков Ксандра и Ринго. Ого, погляди, сколько сегодня зрителей. А чего ты ожидал? Тут Сейда и Бивак. Глядите, вот и второй гонщик, которого мы все ждали. Ничего себе! Вы это слышали? Этот гонщик определенно уверен в себе. Поприветствуем Сейда! Уж поверьте мне, вас ждет незабываемая битва. Сейда! 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 Ксандр, мы впервые встречаемся на арене. Да. Скоро ты увидишь, как я побеждаю. Ха, еще чего. Выиграю я. Скричер, битва еще не началась, но кажется, наши чемпионы уже собрались состязаться. Вперед! Я люблю тебя! А? Это моя семья. Ты сможешь, Бивак! Да! Мы в тебя верим! Поверить не могу, что вы решили за меня болеть. Мы тебя очень любим. Так, не отвлекайте брата. Надеюсь, брат уже не сердится. Итак, настало время выслушать правила матча. Слушайте внимательно. Как видите, трасса представляет собой прямую линию. На ней два скричер-диска. Тот, кто первым доберется до диска и трансформируется, получит преимущество. Кто из этих первоклассных гонщиков победит? Ха-ха, эта трасса сделана для меня и Вибона. Это все не важно. Я все равно выиграю. Ну что, все готовы? Дикие скричеры! Дикие скричеры! Ха-ха! Дикие скричеры! Ого! Они так быстро бросили скричеров? Да, но Сейда был лучше. Что? Бивак определенно лучше. Нет, Сейда лучше. Ребята, перестаньте. Смотрите, как мы сражаемся. Вода! Обстановочка накаляется. А ведь наши любимые первоклассные гонщики еще только начинают. Тебе не поздоровится. Смоки сталкивает Вибона с трассы. Он такой сильный. Они толкают друг друга, но все равно едут вперед. Мне на них даже смотреть тревожно. Я, конечно, крутой, но их я уважаю. Они на высоком уровне. Невероятно. Давайте, давайте. Вперед! Ха-ха. Это еще только цветочки, Сейда. Что? Я тебя понял. Ого! С помощью своего крана Вибон начинает нападение, не трансформируясь. О, Бивак знает, как использовать своего скричера. От меня так просто не избавишься. Вибон, скричер номер один. Ха-ха, так его, Вибон. Все очень плохо. Нет, Ксандр. А? Мы только начали. Победа в диких скричерах никогда не дается легко. Чтобы побеждать, мы должны научиться адаптироваться. Ты прав, Сейда. За всю мою карьеру гонщика я ни разу не побеждал. Я проиграл тебе 29 раз. 29! Включая тренировочные матчи. Я всегда буду вторым. О, Бивак. Это было очень нелегко. Я тебя понимаю, дружище. Я тоже никогда не бывал на первом месте. Я знал, что ты поймешь. Поэтому я должен выиграть эту битву. И мы с тобой обязательно станем чемпионами! Обещаю, Вибон, мы станем лучшими! Мы победим всех противников и станем легендами скричер-гонок! Теперь мы знаем, мечта Бивака стать номером один! Думаю, что все со мной согласятся! Желаем тебе удачи! Да, это ради моей семьи! Да, Бивак, ты лучше всех!
лучше всех! Оказывается, биваку сложно. Ого! Ты мой герой! Молодец, бивак! А вот и он! Вот да! Кувырок, трансформация, липон! Похоже, что Випом первым добрался до скричер-диска. Отлично, теперь избавься от Смоки. Бивак, эта стратегия такая же примитивная, как ты сам. Смоки упал с трассы. Неужели череде побед Сейды пришел конец? Я готов, Сейда. Дикие скричеры! Это же диск усиления! Откуда у него этот диск? Кувырок! Трансформация! Смоки! Дымовая молния! Мне не сдвинуться с места! Теперь ты мой! Да что ж это такое? Прямо по капоту! Это была потрясающая контратака! Мне даже больно смотреть на Либона! О, как неприятно! Победа за нами! Смотри, он бежит назад, Ксандер! Ага. Я вас прочу, малявки! О, нет! Либон в ярости направляется прямо к Сандеру и Ринго! Либон, успокойся сейчас же! Что же мне делать? Ты знаешь, что у нас есть работа. И эта работа перегонять скот и пасти его, а не выделывать фентиля. Перегнать его в другое место. Да, спасибо, брат! Что? Бивак стал между юными гонщиками и разъяренным Бивоном. Он в страшной опасности! Давай, иди сюда! Ненавижу красный! Верно. Вот кто я такой. Ковбой Бивак! У него получилось! Бивак сумел остановить Вибона без чьей-то помощи. Но поскольку Вибон покинул трассу, это значит, что битва окончена. И ее победитель Сейда! О, нет! Уже 30-й раз! Ксандер, не забывай. Главное в этих битвах веселиться. Я в это верю. Ты поймешь. Сейда. Пока. Не забывай тренироваться. Увидимся, Бивак. Эй, имей в виду, битву номер 31 выиграю я. Понятно? Послушайте, как ликует толпа. Его стратегии гениальны. Он умеет делать верный выбор, и он непобедим. Сейда истинный чемпион. Сегодня мы видели потрясающую битву двух лучших гонщиков. Моя семья, спасибо вам всем. Бивак, ты самый лучший! Я люблю тебя! Бивак, ты самый лучший брат! Теперь я понимаю. Я стал собой благодаря месту, где я вырос. Вот увидите, когда-нибудь я смогу вас всех обеспечить. Обещаю! Спасибо, Бивак! Бивак, мы тебя любим! Ты самый лучший скричер-гонщик! Я хочу стать такой же, как ты! Да! Mm-hmm. Что-то
Да нет, ничего. Бивак классный. Но после этой битвы я даже понимаю, почему ты так любишь Сейду. И мы станем такими же великими гонщиками! Леди и джентльмены, следующая битва определит, кто из участников пройдет в следующий этап турнира. Кто из них останется на воздушной арене? Ну что же, поживем, увидим!